И снова всех приветствую. Как я вот хотел, собственно, пройти испытание разрушения на катере 1. Теперь возможно выбрать этот лучидор. Вот. Поэтому сейчас приступим к этому. Я, правда, пока управление его не знаю, еще не катался с этими оружиями со всеми. Но я думаю, что это будет прям бомба. Круче него там я не знаю, что там есть. По-моему, ничего. Потому что и скорость, и вооружение, и вообще все-все-все на нем там просто зашкаливает. Поэтому он выглядит вообще бомбезно. Так, ну что же у тебя тут есть? Ракета у тебя тут есть. Пулемет у тебя тут есть. Даже если на эту вот я впритык, в принципе, прошел, то на другом катере это было бы вообще практически нереально. Больше гранат. Так. Что сейчас еще заодно надо пройти что-нибудь там, по-моему, какое-то испытание было разрушить. А, нет, это в тире из пистолета, по-моему, где-то здесь рядом было. Вот надо заодно его захватить. Да, ну катер, конечно, пушка-гонка. Прям кайф на нем, только просто ракеты разлетаются в разные стороны. Сплошной кайф. Так, модификатор, что у меня теперь 4, 5, здесь будет 6, это что такое, гранаты взрываются медленнее, так. Так, вот теперь водный транспорт, здесь лучидор этот появился. Так. А где-то здесь еще было какое-то испытание, мне кажется, если я не ошибаюсь. Нет, наверное, я уже все здесь прошел. Так, значит, вот
А крюки рановато. Вот пистолетом. Вот это сейчас пистолетом. И может быть как раз здесь сразу и самолет пройти. Конечно, не знаю, если вот этот вот лучидор, вот это как дополнение получается, то как в основной игре проходить вот это вот испытание. Я так понимаю, что там есть, конечно, какие-то эти лодки, которые стреляют с борта прям. Но что-то мне подсказывает, что там будет намного все тяжелее. Хотя, может, я заблуждаюсь. Потому что есть лодки, которые прям нормально так бомбят. Так, стрельбище с пистолета. Пистолет менять нельзя, надо набрать 25 тысяч. Точно просто надо стрелять. Опс. Да, достаточно тяжеловато. Но я думаю, кстати, что здесь не надо прям так близко приближать камеру. Это неудобно, кстати, вот в этом именно испытании. Поэтому надо немножечко подальше. Как раз будет обзор больше, куда чего стрелять. Потому что с пулеметом там просто сама по себе пускает, приболеет. А пистолеты, они так, в принципе, точно. Тем более такие. Уже больше, да. Но не шибко больше. Так, еще раз один пробую на запись. Если не получается, тогда иду еще пробую самолет. А если уже там как-то что-то не получается, тогда буду вне эфира пробовать пройти, чтобы не тратить время, потому что, ну, принцип, в принципе, всем понятен, как и что, здесь просто реакция нужна.
А иногда так получается, что говорить, и плюс еще что-то показывать, рассказывать, оно как бы... Ошибка. Так. Ладно, значит, на этом я пока закончу это испытание. Так, самолет где-то здесь был недалеко. Вот он. И все разом попробовать. Потом еще это все дело и добить. Так, ну этот лучше самолет, наверное, этот оставить. Так, минут 50 надо набрать. Но я думаю, что это не проблема. Разгона здесь особого нету. Открылась сигнальная ракета. Так, ну что я думаю, сейчас я посмотрю, есть ли смысл тут какие-то ускорения ждать, пока откроются. Если нет, тогда буду просто
пытаться пройти вне эфира все это дело. Потому что иногда не очень много. С той же самой там вот с лодкой там гонка на катере. Тоже я очень долго там мучился, но в итоге все было достаточно просто. Надо было просто постоянно ускорение нажимать. Так, модификаторы. Так, здесь открылось. Так, нитро. А, сигнальные ракеты. В принципе, ничего такого серьезного тут не дает. Так, нитро ускорение самолетов. А так. Угу. Так, ладно, значит, тогда буду проходить вне эфира. Вроде как бы ускорения этих особо нету тут. Вот, поэтому всем спасибо за внимание, всем хорошего настроения, увидимся в следующем эфире, всем пока-пока.